Вы уклоняетесь от явки в отдел полиции. Она никак не уклоняется. А вы повестку давали? А где повестка? Покажите повестку. Давали повестку. Я лично сейчас вызываю ее. Повестку покажите. А почему тогда говорите? Гражданка совершает неповиновение закону. Пойдемте, покажу удостоверение. Пойдемте, покажу удостоверение. Вот вы сейчас несите нам удостоверение. Несите удостоверение. Ничего нет. Ваши иди, ребята, зовите сюда все. Да лучше снимай. Нет. Вы сказали ознакомиться с материалом дела, это не является законным требованием. Вы превышаете сейчас свои должностные полномочия. Нет, не превышаете. Я вам выпишу повестку. Вы действуете, мы вас будем ждать здесь. Мы же не уходим никуда.